Приветствую. Темноватый немножко свет. У меня такие новые сережечки. Бижутерия. Это все золото, пока на серебро не хочу менять. Мне лень. Вот так. И убирать тоже все лень. Сегодня хочу поговорить о том, как матрица делает из людей серую неприглядную массу, как влияет на вас, как меняет ваше мнение, и как вы живете так, как надо, кому-то там повыше. Вот про питание, допустим, да, что надо с чаем, конфетки, сладости. Вот сейчас я вам хочу показать, потому что я буду тихонечко кушать. Вообще сначала покажу, что я употребляю. Вот такие просто хлебцы или круглые. Лень было сюда нести. А, подождите. Сейчас покажу. Вот же они. Но, как я уже говорила, в них есть калории, много их нельзя. Но только то, что они легче хлеба и без дрожжей. И все это, знаете, я с чем кушаю? С медом. Опять заказала себе 3-литровую баночку меда. В понедельник мне ее принесут. Мед, конечно, дорогой, но не дороже конфет. Сейчас килограмм конфет уже, мне кажется, под 800 и под 1000 может хороших, дорогих, с черносливом, с орехами подкатить. А вот что с чаем сегодня будет у нас. Чернослив, бананчики можно. Но бананчики как перекус, если вы не боитесь брожения, можно и с чаем. Так вот, пожуюсь и поговорим. Наверное, я уже назову это и влияние матрицы, и чужие программы. С самого детства нам говорят родители, как жить. В частности, мне мама всегда говорила, как жить, чтобы ей было выгодно, чтобы я жила. Значит, во-первых, она меня заставляла пойти не на учителя начальных классов и не на психолога, а просто на какого-то там воспитателя. Я уперлась и отучилась 10-11 класс только ради того, чтобы попасть туда, куда я хочу. И дальше продолжить уже развитие свое. 6 человек было на место, конкурс на психологов, и я поступила. Причем там поступали, я так поняла, те, кто... Ну, на подготовительное я ходила, тут она мне помогла, спасибо ей. А Мит садится. Так что давайте быстро. Вот. Но там поступили только те, кто, в общем, по блату свои. В основном. Что хочу сказать. Если вы чего-то... Вот если бы я тогда сказала, вот что-то свет прям темнее, что ладно, мама, я согласна, не знаю, как бы...